Столица досконало рыхтуется до проведения европейских гульняў 2019. Усе работы у Минску идут згодно с планом, без спешки и додатковой финансовой нагрузки, заявила кіраўніцтва краины и столицы в ходе знакомства с реконструкцией и узвядением спортивных объектов. Это стралковый комплекс у микрорайоне Уручча, где улічаць усе магчымасці спаборніцтваў международного узроўню. Акрамя того, активно будуется центр олимпийской подрыхтовки по мастацкой гимнастыцы. Новый объект на проспекте Пераможцаў стане упрыгожаннем города, а на обновленном стадионе «Динамо» будет даден старт «Еврогульням-2019». Монтаж козырька трибун – это самое актуальное. Конструкция очень сложная. То есть, чтобы повторить конфигурацию, которая замыслена авторами проекта, необходимо выполнить довольно такой сложный монтаж конструкций. После того, как будут выполнены вот эти конструкции, еще по ним пройдет основная кровля, то есть которая будет выполнена из алюминиевых листов. Центр гимнастики – это практически, я так понимаю, будет единственный такого уровня центр подготовки гимнастов. Поэтому его ждут. Значит, что касается хода строительства, значит, строительство идет в графике. В текущем году мы закончим контур, вырисуется фасад, будет выполнено благоустройство со стороны проспекта Победителей. Нагадаю, другие европейские гульни пройдут у Минску летом 2019 года. У программы не меньше за 15 видов спорту. Плануется, что в столицу наведают десятки тысяч спортсменов и туристов.